Ко дню республики приурочили открытие еще одного социального объекта – фельдшерско-акушерского пункта в селе Козловка Порецкого района. ФАП в селе Козловка уже шестой по счету в Порецком районе. Глава республики отметил, что качественная медицинская помощь станет доступнее и в других селах. Для того, чтобы продлить долголетие ваше, для того, чтобы в шаговой доступности оказывать качественные медицинские услуги, мы приняли на уровне республики ответственное решение. Каждый второй ФАП, который стал ветхим, мы сегодня сносим и строим новые современные инновационные фельдшерско-акушерские пункты. Новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Козловка Порецкого района вырос буквально на глазах. Его возвели за 3 месяца, оснастили современным оборудованием. С этого дня жители 3 деревень смогут приходить сюда за медицинской помощью. Для местных жителей, которые сейчас этот встроенный сегодня модульный ФАП, это очень хорошо. Мы очень рады, что про нас не забыли, хоть отдельный район. Прием здесь будет вести не только врач-терапевт. Планируется, что будут приезжать и узкие специалисты, окулисты, гинекологи и другие. С этого года мы еще запустили проект Министерства здравоохранения мобильной консультационной поликлиники. То есть узкие специалисты, которые сегодня не хватает в районах, могут приезжать сюда, вести прием. И на перспективу мы хотим сделать такой жесткий график по республике. Люди будут знать, когда они будут приезжать сюда на места, чтобы получить консультативную помощь. Всего же в этом году планируется открыть 25 новых модульных пунктов по всей республике.